Поехали в Архангельск, в Соломбалу, в магазин «Природа». Зима. 6 декабря. Сегодня 7 уже. 2017 год. На улице зима. Сегодня мороз. Второй день. Небольшой, но морозец. Так, сейчас мы посмотрим, сколько у нас тут бензин стоит на этой заправочке. Дизельное топливо. $39.90. Так, Ава какая-то и Элиана или как-то так, да? Заправка. $39.90. Разброс в ценах большой. На Лукойловске, где мы заправляемся, сейчас цена дизельного топлива 41 рубль 25 копеек. Красиво. Целую неделю шел снег каждый день, но таял. Выезжаем на М8 трассу. Горка станции. До Москвы 1216 километров. Углем топят, так смотри, какой черный дым. Зеленый бор. Проезжаем. Очень торопится. Тут дачные поселочки. Окраина города Архангельска считается. Граница-то по Ясыкогорке, по-моему, да? Архангельска. Территория Архангельска.
Архангельской 9 километров. Васьково 9 километров. В сторону, да, влево. Эту вышку я уже снимала. Речка Сагогорка. Рыбачки уже сидят, ловят. Лед немножко окреп за 2 дня морозов. Похоже, может, жилой дом. А может, это котельня? На угли сейчас топят, так непонятно. Где что горит? Стелла Архангельска. Поболтала. Котельня вроде. Вот, покрышки жгут. Коровник у нас любовское, молочко пьем. Ну да, покрышки жгут. АЗС. АЗС что-то жгут. Да, покрышки на нас ставят. Порядки наводят. Где пожарники? Так вы шлейф в Архангельск идет. Трасса М8 к Архангельску подъезд. Там выезд будет с нее на 2 моста. Один мост новый, Краснофлотский, вот там вдалеке. Не знаю, видно его, нет. Все в таком полутумане. Кажется, не область странная, или дым, что ли, так непонятно. Мрак. Там новый мост у нас. Съезд у нас. Северодвинск, 36 километров. Краснофлотский мост. На Малый Карел тоже по этому мосту можно проехать. Малый Карел — это у нас деревянное зодчество, да, вроде? Музей деревянного зодчества. Там бензинчиком можно заправить. 2 заправочки. Одна слева, другая справа. А мы поедем по старому мосту. До Северодвинска 34 километра.
на Архангельске Бутырки. Здесь у нас Бутырки. От Архангельска 1 километр с этого места. Это Северодвинск у нас, да? Вот это отвороточка в Северодвинск. Сейчас здесь такая новая развязочка. Раньше там поворачивали, а теперь прямо отвороточка. Езжаем на мост старый. Сейчас у нас стали хоть указатели делать, где чего. А так люди, если вот приезжают, нигде ничего найти не могут. Ни одного указателя. Улиц даже и то не рассмотришь. Название. Особенно если туристы приезжают, так это вообще очень неловко. Ну вот передвигаемся по старому мосту Архангельска. Там ледокол стоит, русло делает для судов, проводит суда, вот такая колея там, не знаю, не видно, наверное, будет далеко. Двина недавно встала. Припай льда остался еще. А русло было чистое. Вот только-только литком подернуло. Уже рыбак сидит. Самоубийца. Лед на нас коробок всего на русле-то. Сидит уже рыбак. Архангельск потихоньку благоустраивается. Старые дома деревянные, постройки сносят. Строят новые дома. Татнефть. Дизельное топливо. Цена 40,59. 40 рублей 59 копеек. Лукойловские самые дорогие заправки. Там цена 41,25 на Лукойловской. А здесь 40,29. 40,29. Вот такая разница. Почти рубль. Светофорчик стоим, ждем.
ничего. Ничего, стоим, ждем, поехали. Всю дорогу засниму, как едем. Людям всю, интересно же. Конечно, да, засниму. Многие же ведь не знают, как Архангельск устроен. Мы им покажем, пусть посмотрят. Вправо там новый микрорайон. Строятся в основном новые дома. А влево там старый Архангельск. Вправо там район фактории. Раньше там суда разгружали рыболовецкие. Сейчас там, по-моему, ничего нету. Туда? А, ну. Вова говорит, какая-то там контора осталась еще. Ну вот тут москвичи к нам приехали. В гости. Сейчас дороги получше стали, так туристов больше стало ездить. Посещают Архангельск. Так, это у нас обводный канал, да? Угу. Свернули на обводный канал. Вот так он выглядит у нас. Магазинчики все. Так, если на железнодорожный вокзал ехать, то сейчас будет у нас отворотка вправо. А если в Соломбулу ехать и в аэропорт Талашский, то прямо надо ехать в обводном каналу. По улице. Маленькая экскурсия у нас будет. Вот это улица Урицкого. Магазинчик Барс у нас. Иногда мы его посещаем. Что-нибудь рыбацкое покупаем. Для рыбалки. Для охоты голодя. Ну, это лишний, конечно. Болтаю. Я буду называть в основном основные улицы. Сукоевская заправочка. Тоже бензин, как и у нас дизельная. 41,25. Цена. Здесь это экватор, центр. Тут что-то случилось. А, везет чего-то. Ну, что случилось? А что же номер-то закрыл? Милиция привяжется. Так номер-то открытый надо. Вот это у нас старый Архангельск, такие домики. Остаточки остались. Так, сейчас у нас будет Роза Люксембург. Будем проезжать вот этот перекресток. На берегу там университет будет, Североэнергетический федеральный. Туда проехать по розочке. Вот такой Архангельск деревянный был раньше. Сейчас такой становится. Легкий, воздушный,
сейчас тяжелый, грузный. Дома такие громадные. Тоже никакого указателя. Это человеку надо, да, это никакого указателя. Сейчас не на всех навигатор. Там все написано. Когда человек в чужой город заезжает, он все равно ориентируется. Ориентируется, все равно как-то вот. Хочется же посмотреть, глазами покрутить. Выйди из машины и пальцы. Да, а если некогда? Если человек может на вокзал едет или еще куда. Вот это новые коробки понастроили такие. Как в Москве. Все становится стандартным. Город теряет свое лицо. Прогресс движется вперед. Вот это здание первое архангельское. Этажечки кирпичные. Это вот старый архангельский еще остаточки. Кошмар. Передвигаемся по обводным каналам. Улица. Это старое здание. Здесь новые все строят. Сносят деревяшечки. Видишь, вот выезжаешь на улицу, ни одного указателя, какая улица, даже прочитать негде. Угу. Неужели тяжело вот здесь вот указатель сделать, какая улица, название? Это даже для удобства людей. Вот дом стоит, да, и на нем даже улицу вот не прочитать, пока не подойдешь. Еще поискать, ну,
Да, еще поискать это название надо. Не на всех домах эти названия есть. Это вот кладбище в Архангельске. Старое здание Архангельска. Красивый какой Архангельск был. Все-таки вот эти вот лепнины красиво на зданиях смотрятся, да? Чем эти современные коробки. Не называю улицы. Ну вот могут же строить красивые здания, а не эти коробки, как гробы стоят, блин. Еще вот старый район тут остался. Еще не все снесли. Так, выезжаем мы. Гагарина. Улица Гагарина. Значит, влево будет Архангельск. Вправо будет в Талаге ехать в аэропорт. Вот на этом перекрестке отвороточка. А прямо Соломбала будет. Вот мы в Соломбалу и направляемся. Вот сюда в Талаге ехать, в Каннский аэропорт. А прямо в Соломбалу. Здесь еще старый Архангельск, какой он был. Здание стопочки. Очередную коробку сделали. Так, здесь больница областная, онкологический центр. Открыли новый корпус. Мини-город сделали. Зданий очень много, болеют раком очень много людей. Сюда, наверное, со всей России ездят, да? Нет, наш только архангельский. Областной. Вход в областную больницу. Ну вот. В честь его названа Гагарина. Вот это Соломбальский мост. Река. О, ловят тоже опять рыбочки сидят. Там тоже рыбочки сидят.
здесь самое высокое деревянное здание у нас стояло в этом месте. Снесли. Был, как говорится, в книгу Гиннесса, да, он почти не попал. Самое высокое деревянное здание. Не успели его зафотографировать. Скандал был около него, конечно. Салумбалам. Магазинчик здесь. Сейчас посмотрим в нем семена. Магазин называется «Природа».